Сегодня у нас 6 августа, и из класса такая у нас картина. Некачественная вода подается в трубопроводы села Ед района Биебита-Малина с момента укладки труб. Укладка труб производилась более 4-5 лет назад. Регулярно, систематически, несколько раз в месяц, зависит от чистоты заправки пожарной машины с пожарного гидранта, подается вот такая вода. Довольно-таки даже непрозрачная, далеко. В общем, сейчас попробуем пройти государственные станции. Пройдем самую пединстанцию. Захватил с собой эту бутылочку. Пусть берут анализы, посмотрят, питьевая ли она. Здравствуйте. Сам пединстанция, да, если да. Не ошибаюсь? Вот хотел проверить, у меня с дома вот подозрительная вода бежит. Хотел проверить, можно проверить? Ну, там надо, во-первых, договор. Чей договор? Если что, к начальнику обратитесь, к нашему. А вы не решаете? Нет. Почему? Ну, просто лаборатория. Ну, я вам даю проверить. Нет, если он нам даст поручение, то мы проверим. А то есть я не могу вам дать? Нет. Вы как мне заявители, значит, не принимаете. Заявитель у нас вот, к начальнику обращайтесь. Он может, ну, допустим, дать какую-то... Давайте к начальнику тогда заявите мне. Ну, вот сюда вот обойдите. Да. Его, в следующая дверь, да? Следующая Спасибо. Дверь. Спасибо. Павел Марьянович, генерал. Хорошо. Иводийского надзора. Мирамов Савен Марьянович. Да? Лаборатория у меня. Лаборатория. Лаборатория. Мы проводим анализы. Ага. На другие вопросы я не уполномочен. Анализ воды питьевой последний раз когда вы проводили? Откуда вы? Трубопровод. Таранская? Да, центральное водоснабжение. У нас лаборатория на бак-анализ, только у них производственный контроль. То есть на микро, на, я вижу, вода плохая. Вот это видите. Догадались, да? Вы когда проводили последний раз воду? Или не проводили? Они сами проводят производственный контроль на бак-анализ, на микробы. А то, что нудное, мы у нас не проводим. У них договор где-то установлен. То есть для вас самое главное, чтобы микробов не было, а то, что она не питьевая, нет. Это... Вы не путайте, я надзор не веду. Не, мне футболить не да, надо, нет, мне я вот вас не здесь футболить. Вот самый главный руководитель вот получается. Вот, значит, его ждите, он в прокуратуре. Вот. Баймухамбету Бауржан Исмаилович. Да, он в прокуратуре. Если хотите что-то узнать, зайдите к главному ведущему специалисту, главному специалисту Валентину Васильевну. Я дело проведу. Где можно? И на время карантина я вынужден пользоваться вот этой водой, понимаете? Вы жалобы есть? Пишите официально. Мне нужно на данный момент проверить на качество эту воду, получить официальный ответ о проведении проверки. Это в частном порядке или у вас это официальная жалоба на качество воды? Если в частном порядке, это данная процедура платная, вы можете в центр экспертизы обратиться. Сколько она стоит? Ну, то у нас директор центра экспертизы есть здесь. Сам. Давайте я тогда сначала напишу жалобу, а затем пойду делать Пишите. Экспертизу. Ну, жалобу, суть жалобы у вас на что будет? На качество. Ну, пишите официальную жалобу, через прием, зарегистрируем. Вы где эту воду вообще взяли? Ну, вообще дома лежишь. Ну, все, адрес укажете, какого-то числа была собрана вода. Прошу вас провести исследование. Вы все-таки хотите исследование провести или подрядный, кто у нас, управляющий организацией, кто занимается водоснабжением, чтобы их проверить? Цель ваша?
Да все здесь что-то проверять надо. Как это? Вы так говорите, вот, или вы чуть-чуть хотите, или вы много хотите. Здесь все надо проверять. Я же ему говорю, эту воду нельзя пить. Как мне вообще существовать вообще? Объясните мне, пожалуйста. Нет, ну вы меня вынуждаете просто таким темпом разговаривать. Извините, на вас никто голос не повышает, вы не себя. Нет, я возмущен. Извините, но вам за это деньги здесь платят, за то, что вы, чтобы подача чистой воды была, чтобы вы экспертизу проводили. Понимаете? Чтобы вы за всем этим следили, или нет? У нас согласно. Согласно, не согласно, вы делаете отбор воды. Кто занимается организацией водоснабжения, водоотведением, да, они не стоят на контроле. Они согласно графику проверки ежегодно, планово проверяются. Вода отбирается на анализ. Также у них имеется производственный контроль. Они привозят воду все время на постоянной основе, на экспертизу. Вы для чего здесь находитесь, я вот не пойму. Вот что? Чтобы их встречать, когда они приезжают, воду проверять? Причем? Когда мы планово выходим на проверку по особому порядку, так, анализы воды отбираются. Ну, и она нормальная. Но если были бы нарушения, если есть. Нет, нарушения, вы здесь проживаете вообще? Нет, я не здесь проживаю. Нет? Нет. Далеко, то есть, отсюда. Воду, значит, из-под крана здесь местного не пьете? Как не пью, как и все жители. Пьете? Все жители, ну, вот такую воду вы не встречаете. Хотите, ну, давайте. Хотите видео покажу, какая вода течет? Давайте, пишите жалобу, проведем экспертизу данной вашей воды. И откуда вы отбирали? Точки мы сделаем контрольный анализ. Значит, так, пишу заявление. Пишите заявление, да, прошу вас. Предоставляю воду, никакую экспертизу я платить не буду. Эту экспертизу пускай платит государство. И вот приняли заявление. Заявление приняли, штампик входящего проставлен. И далее по заявлению. На основании вышеизложенного прошу вас проверить предоставленную мною воду на санитарное, гигиеническое и бактериальное состояние, предоставить ответ до установленного законного срока, число 06.08.20, подсмеется на выданный талон с номером таким здесь, по-моему, цифра 1516, начало 2039. По этому номеру можно отслеживать наше обращение, имеется ли ответ или не имеется. Все, спасибо.